Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Конечно, все инвесторы и партнеры компании EagleBitTrade с нетерпением ждут новостей о запуске новой платформы. В данном видео лидер русскоязычной команды Ирина Балакова вместе с президентом компании Джуниором Амарал поделится текущими новостями. Друзья, мы сейчас находимся в офисе. Рядом со мной Джуниор Амарал, наш президент. Мы знаем, кто этот человек и что он себя представляет. Специально вызвал меня сегодня, потому что он знает, что в воскресенье я еду в Россию. У нас есть очень серьезный план, который сейчас говорить не буду, только с понедельника. Но вот Джуниор сейчас скажет некоторые вещи, которые сегодня, завтра. Я это переведу. Это очень важно для структуры. А еще и. Olá, boa tarde, Rússia. Ну, добрый день, Россия. Neste momento, boa tarde para nós aqui, deve ser boa noite na Rússia. Здесь как раз еще день, да, там уже, да, вечер и ночь. Mas o mais importante é poder dizer para vocês, hoje a nossa master distribuidora Irina veio junto aqui com o nosso top leader, para podermos, inclusive, lançarmos uma situação que vai acontecer aí na Rússia, que ela vai chegar e vai explicar para vocês algo muito forte, que vai não só trazer a imagem da nossa empresa para você membro, mas para toda a sociedade russa, com que nós vamos trazer junto a pessoas do parlamento russo, que vai acontecer para vocês em poucos dias. Júnior говорит о том, что так как я мастер компании, мастер-дистрибьютор, я еду в Россию, я ехала с частным визитом, но получается визит уже официальный, потому что совпало так, что как раз на первую неделю вот сейчас пребывания моего в России будет специальный представитель, я об этом буду говорить позже, после необходимых шагов, которые сейчас мы сделаем, которые решают вопрос, серьезно, кардинально решают вопрос функционирования компании в России в ближайшие дни. Функционирование в легальной зоне именно вот со всем продуктом, который представляет наша уже ID Eagle компания сейчас, и для России это очень важно. Exato. И dizer para vocês, que nós já temos já todo o material da nova imagem, nova cara, novo logo acabou de sair para todos vocês no grupo. Já vai sair as novas apresentações com a nova cara, nova imagem, novo plano. Novo plano, sem mudar aquilo que a gente já tinha, só aderindo coisas novas, inclusive nós temos o e-commerce, que vai entrar junto com vocês com produtos. Это очень важно. Значит, на сегодняшний момент уже готов весь промо-материал, все файлы, все презентации файлов, которые мы имеем в новом порядке, то есть новая компания с новым планом и с новым маркетинг-планом. При этом президент добавил, что маркетинг не меняется. Маркетинг, который мы имели, остается и добавляется, расширяется еще линейка маркетинга, учитывая, что у нас сейчас открываются дополнительные горизонты. Интересно, как Ирина будет приезжать с вами, и я уверен, что она уже приезжает. Não só com novidades, como com situações novas. Tenho certeza que ela chega no domingo, na Rússia, e vocês já vão estar visualizando tudo que nós preparamos esses dias que foram amargos para nós, amargos para vocês, mas eu tenho certeza que valeu muito a pena. Muito obrigado pela confiança e o carinho de vocês. Ну, президент уверен, палава на президента, президент уверен, что я приеду в Россию, это будет уже не новость, учитывая, что в воскресенье приезжаю, это будет уже не новость, а реальность, то есть с понедельника, следующей недели, это уже реальность, все то, что сейчас приготовили, со всеми планами, которые уже реализованы сейчас, и с тем функционирующим уже бизнесом, который с понедельника уже будет реальностью в доступе каждому из нас. И про вас. Eu deixo um abraço e um até logo, porque com a parceria que nós estamos fazendo, não só com consulados da Rússia, pessoas do parlamento da Rússia, mas de outros países, nós vamos com certeza, até porque eu já disse várias vezes, que eu tenho que estar na Rússia, não estive na época da Copa, não foi porque não queremos, foi porque nós tivemos situações aqui emergentes, mas fora a Copa, fora tudo, nós vamos estar aí para fazer o nosso, a nossa Copa do Mundo, o nosso negócio. Ser conhecido pro mundo todo através da Rússia e outros países. Muito bem. Значит, самое главное, что сказал, говорит, что сейчас желает нам в России, значит, хорошей работы, и не только вот с теми новостями, которые будут объявлены с понедельника, с представителями консульской службы, объявлю позже, какой в России, с которой сейчас заключены соглашения, не только на этом уровне, и не только представители мастера и лидеры на Руси, но и сам уже обещал, говорил и в ближайшее время прекрасно понимает, что необходимо развитие бизнеса для России начинать в России, потому что от России начинаются очень многие регионы
им и прекрасно знают, как работаем мы, работаем, распространяясь по всему миру. Поэтому вот, учитывая, что давно нужно было ехать, но ситуация такова, что нужно было ее решить, наконец она решена, поэтому вот в ближайшее время вот все это будет спланировано и будет объявлено. Então, o que era forte fica ainda mais forte. Quatro novas criptos já com ICO, com tudo pronto para daqui a pouquinho estar na mão de vocês, espalhar para o mundo todo. Итак, мы и так сильные, будем еще сильнее, да? Четыре новых крипты уже с готовым ICO, с многими документами, которые будет сказано позже, уже готовы к выпуску. И на сегодняшний момент это, в общем-то, в мировом масштабе распространения принесет нам всем значительный финансовый доход. Beijão, Rússia. Fica com Deus. Целует Россию. Будем с Богом, будем с нами. Até logo, estarei. С президентом, высоким девушкам, президентом. Да, и мне. Да. И спасибо всем. Чао, чао. Все. Вот такие новости на сегодняшний день. Будем надеяться, что запуск новой платформы состоится уже в ближайшее время. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.